Здравствуйте. Проект «Кладовая добра». Пункт приема и выдачи гуманитарной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Скажите, пожалуйста, как вообще давно был запущен этот проект? И вообще расскажите подробнее о нем нашим телезрителям. Нашему проекту уже 11 год. 12 июля уже было 10 лет. Организовался этот проект 10 лет назад на дому, компания волонтеров. Тогда еще ничего не планировали, не думали, что так грандиозно, мы пойдем дальше. Думали, одноразово поможем Крымску, тогда было наводнение. Да. Вот. Но получилось так, что мы пошли дальше со своей командой, потом с благотворительным фондом «Солнце в ладошках» вместе, они нас поддержали. И теперь вот мы вместе работаем.